конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает квоты для украинского языка на телевидении. Авторы такой инициативы – главы парламентских комитетов по культуре и свободе слова Виктория Сюмар и Николай Княжицкий. Документ предусматривает установление языковых квот на телепродукцию, которая появляется в эфирах национальных, региональных и местных СМИ. При этом парламентарии предложили обязать национальные телекомпании транслировать 75% украиноязычного контента, региональные и местные – не меньше 50%. Предложенный законопроект касается только телевидения, но не интернет-СМИ. Необходимость этого законопроекта авторы объясняют последствиями языкового закона Кивалова-Колесниченко, который отдал предпочтение русскому языку за счет украинского. По словам авторов законопроекта, о квотах украинскому языку его необходимо принять, потому что украинское информационное пространство заполнили передачи и другие продукты на русском языке, которые гораздо дешевле остальных. Розумієте, держава мусить регулювати свій обмежений ресурс. У даному випадку обмеженим ресурсом є частоти. В інтернеті будь-яка людина може писати будь-що у будь-якій країні. Так само і газети може друкувати будь-хто. Як тільки ми подали цей законопроект, ви ж бачите, яка пропагандистська кампанія розгорнулася у ЗМІ, особливо у Росії. Але розпочали цю кампанію «Вести» в Україні. Кажуть, що нібито ми хочемо заборонити пресу сусідніх країн, хоча закон преси взагалі не стосується. У ньому про пресу взагалі нічого немає. И правда, некоторые общественные деятели и журналисты негативно откликнулись на этот законопроект. Авторы проекта закона не считают русскоязычного украинского зрителя, слушателя и читателя вправе получать информацию на том языке, на котором он хочет ее получать. Ну а другая часть работников СМИ написала свое письмо в Верховную Раду, выступив в защиту законопроекта. На сьогоднішній день кількість української мови в одеському медіапросторі, включаючи і засоби масової інформації, які представляють підписанти – вказаного вище звернення коливається від 0 до 1%. Більшість одеситів, які прагнуть отримувати інформацію про рідне місто українською мовою, позбавлені такої можливості. На самом деле законопроект не запрещает русскоязычный контент, а всего лишь расширит количество информации на украинском языке. Ну а окончательное решение за Верховной Радой. Ольга Голодова, 7 канал.